Установка парогенераторная многофункциональная, ПГМ, предназначена для депрофинизации нефтепромыслового оборудования паром высокого давления, а также проведения операций по обогреву, мойке и других работ паром низкого давления. Производительность по пару от 1200 до 1600 кг в час. Контроллер измерительно-управляющий ТТУ-01. Универсальный микропроцессорный контроллер ТУ-01 предназначен для автоматизации технологических установок, смонтированных на шасси автомобилей, предмобилей, прицепов или лафетов, а также стационарных установок.